Йоу, ребят, всем здорово, с вами вновь Итан, и мы приехали на очередное здание Watch Dogs. Давно я не играл в него, потому что у меня были сейвы испорчены. Но теперь мы вновь вернемся в эту замечательную игру, и я наконец-то смогу продать диск. Только учти, я за тобой присматривать не смогу. Росси Фримонт, а так надеялись на этот район. И что в итоге? Теперь все банды под одной крышей. Раньше ходили район на район, теперь сосед на соседа. А остальные жители? Кто не с нами, тот против нас. Я тут осмотрюсь, выясню, что они намутили. Да, сейчас будем решать такие серьезные вопросы. Айпишник Дэмиана ведет сюда. Это место настоящая крепость. Один я не пробьюсь. Напрямую не будем заходить, сейчас постараемся. Подрублюсь к их сети. Посмотрим, что там. Найти вариант бы какой-нибудь получше. Твою ж ты мать! Да совсем не так я планировал это сделать. Смотрите, у нее Desert Eagle. Теперь у меня тоже есть Desert Eagle. Так, двух тварей нет. Так, так, так. Не, бронежилет прокачан. Собственно говоря. Блин, хотел его выманить. Ладно, ребят, этот ублюдок настолько хорош, что он вызывает колдунов в виде снайперов. Вот так вот. Так-то лучше. Ха-ха! Нейтрализовали ублюдка, который был шикарно вооружен. Так, меня могут убить сейчас, между прочим. Так, там броневик подъезжает. Все уж как-то совсем неудачно. Да паскуда, тварь! Точно сейчас убьют. Тяжело целиться. Вот даже с этим, с... со второго уровня аймом, да? Слишком большая дистанция, мне не хватает. Там их два. Я уж, ребят, извиняюсь, если не прям такой интенсив. Интенсивное настолько дерьмо, которое вы ожидали от меня увидеть. Но, сами понимаете, лишний раз мне неохота здесь подыхать, рисковать. Хоть бы этот фокус восстановился, было бы попроще. А если мы сюда засандалим, блин, с гранатомета ручного? Ну, практически. Бляха-муха, все куда-то в сопли летит. Ну, давай, вылазь. Ладно, пойдем через снайперов. Если у нас есть более лучшая позиция. Сейчас даже мы, знаете, как сделаем? Примерно. Корректируем. И вот так вот. Тоже в голову, отлично. У нас тут серьезная бойня, между прочим. Как вы могли заметить. Там вот за машиной.
Так, ну сейчас мы точно засандалим туда. У нас вообще напоминает какой-то там конкретный симулятор боевых действий, потому что настолько здесь у нас перестрелки в плане того, что... Бля. Жаль, элиту можно было прилично получить, там порядка 150 опытов. Ну, очков опыта, да, но... Даже здесь можно было взорвать. Но они неплохо копались, вы сами видите. Реально вот ощущение, как будто тут прорвался на какой-то блокпост просто мега защищенный. Отлично. Все, осталось только 4 рычага нам. Значит, включить там, я не помню. А, взорвать. Стоп. А, нет, не на той стороне, ну ладно. Я чувствую, что у нас будет... ой, бля. Паскуда, тварь. Отлично. У меня одни выстрелы в голову. Я просто по-другому не умею работать. Опять же, все ради экспы. Бумс. Прикольная игра Watch Dogs, особенно если в нее долго не играть. Постараюсь 3 миссии сделать за серию. 3 миссии. Поэтому фейлиться крайне не хочу. Так. Где-то маслята. Все, понял. Готов. Так, ну еще здесь опять ублюдки лезут. Согласен. Так, где-то здесь. Где-то здесь должен быть засранец. Давайте, люблю с дробовика. Хорош тупить, но... Видите, как мощно? Вещь. Это типа сайги у нас. Тоже тут. У меня абсолютно сейчас другой набор оружия. Мощной снайперки нет. Если вы помните в предыдущей серии, в самой предыдущей, при предыдущей. Все, сейчас будет опасность. Эй, мы вам поможем. Старые пердуны. Застряли где-то в 20-х годах. У него палка! Застреляй! Так, ну довольно-таки несложно это было. Так.
Так, где мой Desert Eagle 50-го калибра? Я так понял, мы свободны практически. Сильно помогла. Ха, такое приключение. На этом все? Нет. Да. Это только начало. Мне надо пробраться туда, все разузнать и найти сестру. Ну вот, нет, ты все выяснил. Что потом? Выясню, кто за этим стоит. И разберусь с ними. Так, надо тазик все равно брать, как мы смерти, по-другому-то поедем. Ты еще тут? Да, я здесь. Подожди. Все, погнали. Конечно, машина вообще ни о чем. Откуда номер узнал? Ты мститель. Серьезно, извини. Ой, ой. Так, давайте. У меня для тебя кое-что есть интересненькое. Полиция выкидывает очередную партию пушек на улице. Что ты имеешь в виду? Я их прослушивал. Они пушки целыми ящиками продают под прикрытием. Вопрос в том, зачем? И где? И кто? Тобиас. Да, да. Покажу, где проходили сделки. Дальше разберешься сам. Одно условие. Скажешь про меня в своем манифесте. У меня нет манифеста. Будет. Так, рынок оружия нам совершенно не нужен. Нам бы лишь бы добраться. О, обожаю этот таз. Просто за то, что он не сразу едет, а у него есть такой вот момент. Вот это вещь, да? Впервые город ветров заслужил звание самого высокотехнологичного города Америки. С тех пор, как мэр Рашмор одобрил использование CityOS, Чикаго есть чем похвастаться перед другими мегаполисами США. Ну блин, не так я хотел совершенно, но это же Маскл Кар. Хотя бы вот так вот. Блин, ребят, ну что за... Ну вы поняли. Не, ну здесь нереально выбраться. Так, копы. У меня активность есть небольшая. Неохота их лишний раз драконить. Бля. Погнали, так будет веселее, я думаю. Так, 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 так. Стоять! Повторяю, стоять! Так, одного загасили. Ладно, нам бы сейчас не помешала подмога. Ладно, мы больше не видим его, он скрылся. Блин, надо уходить. Всем постам. Плохо. Ну сейчас мы собьемся, ребят. Просто я спрыгнул, потому что нам нужен мотоцикл. Бортану его. Аккуратно. Воу. Все. Куда он делся? Кто-нибудь его видит?
ведем поиски. База, он сбежал. Возвращаемся. Видите, нам много довольно-таки дали опыта. По местным меркам. Теперь мы можем продолжить, соответственно, наше путешествие. Чем мне нравится мотоцикл, что абсолютная свобода фактически. Перед вами открывается, и можно действительно быстро добираться. Так, сейчас мы прямо. Играем, между прочим, в сетевом режиме. И это может нам пригодиться. Ну, поскольку можно взламывать других игроков. Это как минимум. Так, нам нужно опять на этот остров попасть, я так понимаю. Ну, мы можем туда заехать вот с этой стороны. Воу! Чё себе он светится, у меня аж галлюцинации начались. Я думал, у вас такая же фигня. Называется братская преданность. Отлично. Всегда хотел иметь в детстве какой-нибудь такой штаб. Нереально спрятанный. Ну и у нас он по факту был. В подвале дома. Так, мы практически укладываемся. Я думаю, по 20 минут на миссию. И того. Как бы 3 миссии мы уложимся в час. Потому что меньше часа мне уже как-то неинтересно снимать. Слишком как-то вот эти вот... Больше времени на подготовку уходит. Ну что, ты все? И сам справишься. Вроде бы да. Ладно, я понимаю, ты испугалась, все дела. Вовсе нет. Смысл мне оставаться? А смысл тебе уходить? Не лучшая твоя попытка. Мне нужна помощь. Твоя помощь. Команда? Да, команда. Непривычно, наверное. Очень. Так сложно было? Нет. Ну, начнем. Ага. Да. Посмотрим. Давайте мутить. Что там интересного? Нам тут для полной красоты картины не хватает инвалида какого-нибудь супер-хакера, который просто сидит днем и ночью, ест пончики, заказывает пиццу и там помогает нам по связи постоянно, манипулирует нами как маслятами. Мне кажется, в любой классической игре, даже не совсем шпионской, а типа как в Хитмане, был такой человек. Наверху. Вопрос, как туда попасть? С помощью камер. И где он? Ну, блин. Все, погнали, это ребят. Важно. Это важно. Мы проникаем. Слышала? Усади свою... Смотри, какую сеть провели. Нихух. Это не просто уличная банда. Да я охренел, ребят. Так, 42 секунды. Аншабдуль. Поворот. Оу, е. Серьезные парни. Ну и крепость.
Просто так не просочиться. Так, ну что, погнали? Баян. Ну и что с тобой? Копы нагрянуты, привет. У меня же все четко. Легавые ко мне даже не сунутся, поэтому маска мне ни к чему. That's it, Лохи. Будущее за мной. Так, интересно. Дать сюда. Вы меня вообще слышите, блин? Это из-за вас лифт колбасит. Блин. Куда нам сейчас... Там кого-то жарят. Между прочим, там говорят, нагнул тебя, там все дела. А, вот. Все, вот масленок нам необходимый для подключения. Я не знаю, как ее заткнуть. Если этот ребенок... Так. Ту хрень дернем, у нас будут проблемы. Так, чисто теоретически мы ее переключаем. Так, здесь контроль есть. Блин, проблема, ребят. Блин. Так, так, так. Стоп, ребят. Может быть серьезная проблема. Ту хрень мы так должны поставить. Здесь у нас есть узел. Отлично. Так, ну вот теперь. Блин. Что-то не так идет. Стоп, 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 опять перевернем. Во, найс. Теперь все, всех устраивает. Так, давай, 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 ну давай. Еще раз. Еще раз. Да, ну я всегда, да. Вот это видишь, ставишь сюда скин. Он еще данные покажет, он перезайдет нам по Wi-Fi. Ну вот, еще они легко улучшают. Так, неверно. Блин, а что мы начали? Во все щи. Да, нормальный перевод. Так. Во, мы правильно, по-моему, да, переместились? Так, как нам проникнуть-то? А, ну все теперь понятно. В коридор. Оу, щет. Так, еще надо хакнуть систему, блин, просто нереально. Так, это сюда. Так, стопы. Стопы. Вот, все, добро пошло, ребят, добро пошло. Аншабдуль. Блин, нет, плохо, добро идет. Там пошло. Во. Все, добро пошло, ребят. Как надо. Очень много взлома, блин.
кто-то тут жил? Скорее, умер. Так, нет, опять же, не та камера. Так их очень много. Так. Все, найс. Масленка мы взяли. Нужно туда пойти. Мы очень близки, ребят, к цели. Практически. В одном повороте. Проследил айпишник до той комнаты. Электронный замок. Блин. Ключ в жетоне Ирака. Никто тебя не грабанет, чел. Давай боссу трубку. Ну, нужно время. Так чё тормозишь? Бэтбак, тащись сюда. Эй, положь, откуда я взял? Я просто подумал. Так не пойдет. Помнишь бульдога бабули? Мелкого урода. Тупица? Всегда прибегал, ты только позови, да? Только еще он вечно ссался везде. Да, да. Сечешь? Ну? Гну, не сечешь. Короче, от тебя одни убытки. Как думаешь, что важнее? Дела или ты? Это мистер Квин. Дела. Куин! Я поставил вас торговать и охранять, мистер Ирак. А вы украли список гостей. Меня нагреть не выйдет. Ио, ты что-то путаешь. Договор был другой. У нас деловое сотрудничество. Твой гость, мой гость. Слушай, давай перетрем на аукцион. Не будьте фреской, мистер Ирак. Мы таких просто убивали в свое время. Да пошел он в жопу, лепрекон сраный. Че за фредка? Это хорек. Хорек. Бред, конечно, но окей, мы схаваем это. Что-то надо? Ну, он типа ДЦПшного имбецила из себя изображает, который вот может просто так, знаете, убить человека. Ну, это, конечно, все, блядь, настолько наиграно, что хочется ему обоссать весь рот. Как минимум, при встрече. От такого дешевого, дешевого спектакля. И труп оставили, да, еще, скажите, гнить там. Вообще смешно. Просто... Я не знаю, как попасть в этот бункер. В комнату тем более. Замки на дверях, и те закодированы. Вот же трест, бедбак. Бля, программа такая была по... РТР. Уверен, еще одна ошибка, и он получит пулю в лоб. И когда облажается... Тетка вела ее. Я это запишу. Шантаж – лучший способ найти союзника. Сука, не помню, как называется. Это не аншлаг был. Ни в коем разе. Отлично, отлично, опыт капает. Нам нужно тикать отсюда.
тем временем. Ситуация усложнилась. Отвлеку Дэмиана истории с Хардом. Найду Ники. Он ошибется. Точно. Там ночь, походу, прикольно. А пока что бедбак. Может, аншлаг называлась программа? На самом деле. Ладно, окей. Погнали, ребят, короче. Нам нужно ехать. Как я обещал, 30 минут, уже 2 задания выполнено. 2. Нам еще надо третье. Да, я думаю, можно и четвертое бахнуть, если они не очень длинные. Тут новости. Какая-то дикая погоня возле Паркер-сквер. По всем приметам, Эйден Пирс. Ники рядом? Конечно. Мы вместе читали. Я ей рассказал про все твои трюки. Она психанула. Секретничаешь, братик? Дай ей трубку. Нет уж. Гони айпишник. Ладно. Как вам такой вид? В районе Росиф ремонт. Маленький сервак за толстой дверью. Ай, музыка кайфовая. Охраняет куча бандюков. Теперь понятно, зачем тебе помощь. Знаешь, как туда войти? Я думаю. Дай поговорить с Ники. А шуму-то было. Эйден. Привет. Мы уже близко. Подожди. Что происходит? Его послушать, так вы не разлей вода. Не верь ему. Это в прошлом. О. Ники, не надо его слушать. Думаешь, выдаст твои секреты? У меня их нет. Да ладно, Эйден. Думаешь, я в это поверю? Я твоя сестра. Именно. Сестра могла бы сделать скидку. Да что ты? Оу. Взял меня в заложники, а я делаю скидки. Ну, не сгущай краски. В самом деле. А-а-а. Братишка обиделся, а я и забыла, какой ты у нас чуткий. Да, конечно. А еще ранимый. Хватит, детки. Надеюсь, твой план сработает. Ники в тебя верит. С бедбагом я рискую, но других вариантов особо нет. Мелкая сошка, но есть что терять. Боится своей тени. Тщеславен, но ленив. Ладно, начнем с мобилы. Поставлю прослушку. Запишу его разговоры. Ни хрена себе. Так, у нас задача вот эту хрень хакнуть. Путь пойдет сюда. Так, окей. Что мы можем сейчас законнектить вот здесь вот? Нам нужен еще один поток. Блин. Ну вот так-то лучше, да? Путь пошел. Такс. Блин, надо эту хрень хакнуть. Вот, так-то лучше. Блин, ну еще не идеал. Отлично. Yes. Бабуль, работа. О, работ наша. А что не сказать? Тебе не понять, ба. Так, ясно, опять твои темные делишки, бедбак.
Хватит, бабуль. Что за слово, дурацкое? Слово как слово. С кличкой круче. Чем же? Ну там, бедбак, потелочка, мастак. Какая гадость! Я не так тебя воспитывала. Да, иду. Мне пора, бабушка. Люблю. Да, я тебя тоже. Хоть ты дурак набитый. Посмотрим, что на тебя можно накопать. Ты даже ничего не заметишь. Так. Я даже не знаю, может, нам в машину лучше сесть? Что это за раком? Хочешь управлять деревней? Стань своим. Скажи, что снаружи сплошь долбанные психи, они хотят забрать все. Глаза и уши тут везде. Ты знаешь, что покупают и продают. Нравится мне так медленно ездить. А если кто обнаглел, по правилам. Приведут к тебе. Ну что, замолвишь за меня словечко? Ну, не знаю. С чего бы? Я тоже хочу рулить, чувак. Ну же, я тебя отвезу, куда только скажешь. Я ж всегда вовремя, Пи. Я тебя ни разу не подводил, чувак. Да, да. Вот потому поторчи пока там. Но если по чесноку хочешь подняться, я, конечно, ничего не говорил. Но Ирак сейчас занимается Паркер-сквер. Я перетру. Может, возьмет тебя? Так, едь сюда. Блин, Пи, потише, ну. Вот, блин, разборки будут. Походу, Ирак тут все перекрывает. Ну, а кто же мы? Сиделки? Нет, солдаты, чел. Помнишь, Флай с парнями исчезли? Залупались. Ирак их сам в расход пустил. Я знаю, помогал закапывать трупы. Слышь, тише давай, пацан. Твой братец чуть что начинает параноить. Буду говорить, что хочу. Что, у тебя тоже паранойя? Только когда ты рядом маячишь. Вот. Как раз то, что мне было нужно. Если Ирак это услышит, бедбага закопают заживо. Машина заводится, как будто танк какой-то там, 5-литровый. Ребят, давайте посмотрим, что у нас есть по древу навыков. 4 доступно. Возможно, мы как-то сможем облегчить наше существование. Так, отметки врагов нам не надо. Мгновение, блин, концентрации. Мне вот больше что с врагами делать, как-то их оглушить, либо что такое сделать. Замутить. Спринт. Ну, конечно, шрот полный. Давайте концентрацию качнем. Что еще можно? О, вот она. Тема. Взломать бронированного ублюдка. Жесть. Как ты достал? Да, Би. И пин-коды? Все внутри. Что с долей Ирака? Забей на Ирака, обо мне думай. С
сами видите, да, такое довольно-таки интенсивное действие. Бля, и он здесь палит. Сукин сын. Бля. Не догадывается. Не, и походу и рак у клуба не в почете. Ха, клуб теперь мои клиенты. Когда буду рулить, про тебя не забуду. Бля, 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 бля. Бля, Анс Абдуль. Так, он пошел в другое место. Здесь меня только не спалят там. Так-то здесь можно ли спокойно следить даже и не лезть было в это, в эту хрень. Ну что ж, я легких путей, как обычно, не убираю. Кроличью шкуру. Какой завод? Так, так, выведешь, тогда все и скажу. Ладно, слушай меня. Что я тут делаю? Да. Окей, иди. Ладно. Какого давай, черта? Вперед. Так, а куда мы будем выводить этого ублюдка? А нахрен тебя! Ролик, стой!
Ох, ядрить, колотить. Только граната поможет здесь в такой ситуации. Всех поубиваем. Так его грохнули, что ли? Решил убрать бедбага. Теперь переться туда и все разруливать. Так, ребят, ну что, валим отсюда. И в следующей серии мы много чего взорвем. Это уже будет в следующей серии. Поедем разруливать на завод. Все найс. Рядовые для Ирака ничего не значат. Но в бандах слабость не прощают. Я видел такое не раз. Не рассчитал силы, отправился в расход. Но если все прокатит, бедбаг будет в фаворе. Ирак ценит тех, кто выслуживается. Станет доверять. Так, оу-е. Ладно, ребят, на этом мы... заканчиваем. Так вот красиво припаркуемся. Заляжем на дно. Ты вовремя. Твой ненаглядный Морис мне всю плешь проел. Типа ты все не так понял, его подставили, все дела, вот это хны-хны-хны. Ты не против, если я ему в колено выстрелю, а? Нет, против. Какой ты скучный. Попроси меня еще о помощи. Вообще-то... тебе нужна помощь. Нужно устроить засаду. Без взрывчатки не обойтись. Справишься? Есть сомнения. А вот захочу ли я, это вопрос. Хотя... а знаешь, мне нравится. Да, круто. Захвачу своих друзей, встретимся тут. Так, ну все, ребят, на этом мы прощаемся. И я гоню на задание. Увидимся в следующем эпизоде. Всем до скорых встреч. Всем пока.